сейчас, вы знаете, что идет достаточно серьезное обсуждение вот этих поправок и в рабочей группе, и в Государственной Думе Российской Федерации. И один из блоков, вот почему символично, что мы собрались сегодня здесь, касается местного самоуправления. И к президенту, и в правительство, и Опора России очень много раз обращалась с тем, что муниципальный уровень власти у нас обделен, скажем так, ресурсами. То есть получилось так, что Конституция писалась в 1993 году, и у нас прописали, что местный уровень самоуправления, но это не входит в систему государственной власти. Списали это фактически с европейской хартии, но забыли об одном, что ресурсы-то в результате выпали. То есть даже в лучших муниципалитетах на сегодняшний день в нашей стране собственные источники дохода составляют 30-40%. А 60% это трансферы, как правило, и субсидии из региональных бюджетов, иногда из федеральных, если на них возлагаются федеральные функции. А к чему это приводит? Ведь муниципальная власть — это самый близкий уровень, в том числе к малому бизнесу. Получается, что собственных доходов в муниципалитете немного, а то, что дают из федерального и регионального бюджета, на них не разгуляешься, они четко завязаны, эти деньги можно тратить только туда, на что их дали. То есть шаг влево запрещено, там, вплоть до уголовной ответственности за нецелевое расходование средств.